Всем привет, ребят, с вами, как всегда, Ночной Житель. И вот, проходя данную игру, это Crysis 1, я решил попробовать сыграть в баскетбол мусорным мешком. И пытаюсь забросить его не в кольцо, как это обычно бывает, а в машину. Вот у меня сейчас пару раз, кстати, получилось, но что-то как-то не особо это удачное затея, но все-таки прикольно. Сейчас попробую последний раз и поедем дальше валить корейцев. Эх, опять перелет. Ладно, а то мы так и будем забрасывать этот мусорный пакет. И успехов как-то особо я сильных не добился. Да, и пакет, кстати, крепенький такой попался. Да, вот маленький заборчик, но вот машина почему-то прям дико подпрыгивает. Хотя, может быть, это не забор, какое-то дерево. Есть у меня мысль сменить машину, потому что уже 38% осталось. И надо бы, наверное, какую-то машину другую найти. Да ладно. Я застреваю? Нет, не застрял. Хотел бы я найти что-нибудь посерьезнее, вот, чем Хантер, который у меня сейчас есть. Не знаю насчет КамАЗа, согласен ли я на него или нет. Хотелось бы что-нибудь новое. Можно взять, конечно, гражданскую вот эту машину, но у нее нету... ни автомата, ни пулемета. Хотя вот КамАЗик, наверное, я его сейчас возьму. И нам надо двигаться куда-то на стрелочку. Так, значит, вылазим. Бежим к КамАЗику. Даже это, наверное, не КамАЗ. Марка какая-то странная. Я не особо честно разбираюсь в марках машин. О, сразу скорость чувствуется. И не могу сказать, что это за марка. И поедем на зеленую стрелочку. Она наш путеводитель. Поэтому сейчас, наверное, встретим опять каких-нибудь... Не понял. Что, в горы надо, что ли? Я только машину себе приобрел. Можем мы тут на машине проехать? Сейчас попробуем. Ага. Нет, короче, на машине нифига. Оба. И такой зависон прикольный. Придется пешком, причем мне явно надо вверх. Вот, наверное, по этой дорожке надо будет идти. Жду я, на самом деле, корейцев прямо из-за каждого угла. Потому что любят они по кустам шариться. Ага, как я и говорил, корейцев у нас много. И периодически слышу вот так, даже два. У нас калаш с глушаком. А чё он не умер-то, однако? То прям бодренько держится. Вообще как будто не попал. Он только присел один раз от страха. И все. Да ладно. Попал. И вот я вижу дорогу, которая идет. Надо сейчас посмотреть, что за дорога. Может быть, я на КамАЗе смогу сюда проехать. Наверное, зря я бросил свой КамАЗ. Да, зря. Ну, сейчас возьму либо КамАЗ, либо опять возьму Хантер. Приеду сюда. Потому что на машине поудобнее будет раскидывать этот момент. Да, зря я КамАЗ бросил. Вон у нас в кустах. Возьму, наверное, Хантер. Он помобильнее немножко будет по поводу разворота. Что у нас тут растет? Бананы у нас тут растут. Бананы. Ну, вроде как на бананы похоже. Недостаточно энергии. Поэтому берем Хантер и валим воевать. Сейчас зачистим еще один блокпост. Даже не блокпост, какая-то деревушка. Они тут сажают капусту, я видел. Причем все цивилизованно. Стоп, это, наверное, моя старая машина. Поставим ее здесь. Возьмем вот эту. Во, что-то я пролетаю. Во, блин, у этой вообще 83%. Что-то как-то не айс. И я на самом деле все дома не смотрел, которые здесь есть. Потому что думаю, что... Ну, кроме боеприпасов здесь ничего не будет. Вышку я сломал. Поэтому берем вот эту, наверное, машинку. У нее жизни побольше. Видите, не пролез. Все, взяли машину и поехали. Как-то дорогу я упустил. Хотя она была. Сейчас посмотрим, где дорога. Вот она. И тут какой-то значок. Ух, как заносить-то начало. Всего лишь назад начал нажимать.
Сейчас. Короче, там значок рогатого скота. Я что, застрял, что ли? Да нет, не застрял. Было бы плохо, если бы застрял. Я бы остался, наверное, без хорошей машины. Во. Значок крупно-рогатого скота. Корейцы тут вообще по полной воюют. И домики строят себе. И что тут? А, маленькая ветка, я не могу на нее наехать. Да, ветка это, конечно, для хантера серьезно. Капустку сажают, мешки под мусор у них есть. Все серьезно. Одного я здесь оставил. Ох. Сразу меня встречают, причем хорошо встречают. Сигнальная ракета. Скорее всего, это нападение на них, поэтому они... Ага. Они мне сейчас мост, что ли, сломают? Что-то мне показалось... Наван, ты приближаешься к базе противника. Мы планируем штурм острова по базе... Охренеть. Я опять погиб. На самом деле, не зря погиб, потому что стоял на открытой местности и смотрел, как в меня стреляют. Сейчас мы быстренько перезагрузимся. Ух ты. Короче, опять я без машины, да? КамАЗ тут стоит. Ну чё ж, пойдем пешком. Значит, те двое еще остались живые, потому что я убил только одного, и второй раз тоже одного. Или не убил, может, он вообще на базу свалил. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Интересно, они меня услышат или нет? Оба! Так, он умер или нет? Ты смотри, а этот не умер. Эть! Вот это удар. Я просто нокаут. Обладаю ударом нокаута. Надо почаще такой фигней заниматься, чтобы как-то поразвлечь себя и остальные. Что у нас тут есть? Так, ну то, что сверху стрелять будут, я так и думал. Воду я спускаться как-то не особо хочу. И слышу я вертолет. Не знаю, что там происходит. Ну, в меня пали. О, граната. Хорошо. Сейчас я поднимусь на возвышенность. Ох, палит-то палит как-то, а? Ух, как палит. Почему у моего оружия такой точности нет? Я бы себе не отказался такую точность иметь. Ну, надо попробовать запрыгнуть вот сюда. Не знаю, наверное, не получится, потому что с прыжками тут реальная беда. Максимум силы. Ну, как я, в принципе, и предполагал. А, не, получилось. И... Нет, вот эту штуку я пока использовать не буду, мне ее... Ух ты, ух, ух. Как они меня видят? Я же в зеленке. Меня вообще видно не должно быть там метров 20-30. Возьмем снайперскую винтовку. Вообще, по идее, я хотел бы ее использовать на огневые точки какие-то, которые прям реально представляют угрозу. Они вот на таких вот. Как это я не попал? Обалдел, что ли? Ага, готов. Начнем считать и поднимать оружие. Я думаю, с оружием будут проблемы, потому что пока я до них доберусь. Че, все, один что ли прибежал? Че это такое? Взять боеприпасы. Взять боеприпасы. Номат, ты приближаешься к базе противника. Мы планируем штурм острова. Постарайся добыть сведения об их укреплениях. База хорошо охраняется, так что работай тихо. Ну я да, согласился бы с тобой, что база хорошо охраняется. Я не против. И кто это был? Еще один снайпер? Вторая смерть уже перед базой. Что-то ни в какие ворота это не лезет. Надо брать эту крепость штурмом. Вот если бы жизни было бы побольше, можно было бы нагнать грузовик и прям вхренячить его в ту базу. Где я опять? Опять где-то там. Ага. Понял. Так. Есть коллиматорный прицел, штурмовой прицел, фонарь. Нет, мне фонарь не нужен. Так что сейчас... Ну, с кулака валить не будем сейчас.
Так, классически завалим издалека. Сначала дальнего. Ты приближаешься к базе противника. Мы планируем штурм острова. Постарайся. Да что такое? Об их укреплениях. База хорошо охраняется. Убил? Так что работай тихо. Убил, не убил. Работай тихо. Я уже тут. Да, я привлек внимание. Вертолет какой-то. Не знаю ихний, не знаю наш. Кстати, по поводу вертолета. Ну-ка. Сейчас фигня какая-то получилась. Снаряд вообще хрен знает куда ушел. Мне, правда, писал один из моих подписчиков. Поэтому я хотел бы официально выразить благодарность легионеру Рима, который, наверное, играл в огромное количество игр. И спасибо ему и низкий поклон, то, что он мне подсказывает, как можно упростить режим игры и получить какие-то плюсы от того, как ты играешь. То есть, используя одно или то оружие. Поэтому спасибо ему большое. Он вроде говорил, что... Это вертолет в меня стреляет? Ёптать. Это вертолет в меня стреляет. Ни хрена себе. Вот это поворот. Где он? Сейчас я его сниму как куропатку. Где он? Да ё-моё. Как подходить-то туда? Не, есть, конечно, один вариант. Там сделаться невидимым и понемножку, короче, подходить. Как-то так. Вот, я невидимый. Маскировка активирована. Подходишь на 100 метров. И все. И, короче, да, она не то что не набирается, она пропадает. Вот эта невидимость. Максимум скорости. Короче, надо что-то думать. И уже палят. Не знаю, как они меня видят, но они палят. И где-то был вертолет. В воду лезть точно не хочу. Ух ты, сволочь. Ну-ка. Убил, нет? Так, вон там снайпер. Где он? Вот здесь вот был. Куда он делся? Был там снайпер. Ну-ка. О. Ух. Да, я здесь, нашли. Айда, выходи. Маскировка активирована. Держи. Немножко свинца, не расслабляйся. Смотрим. Думаю, как туда можно попасть. Что-то не вижу я снайпера, но мне кажется, что он по-любому там. И надо подавить пулеметные гнезда, потому что именно из-за них я не могу попасть на эту базу. Вертолета вроде бы нету, это уже радует. Так, вот здесь вот есть засранец один. Опа! Красота! И, наверное, у меня больше нет патронов на эту базуку. Снайпера вроде бы нету. Граната. А куда он ее кидает? Ух ты. И что-то я чувствую, ни хрена я пулеметное гнездо не подавил. Маскировка активирована. Да, не подавил. Убил. И этого убил. Ну, ребят, так нечестно. Кто это? А, это бабочки. Ни хрена себе, я думаю, кто это бежит. Хотел сказать, нифига. Они и сзади приперлись. Есть смысл спускаться в воду или нет? Ну, давайте, наверное, спустимся. В водичку. Могу я, наверное, здесь и погибнуть. У меня вот такое впечатление. Что это за красные кусты какие-то? Так, если я здесь спущусь, я могу вообще не выбраться отсюда нифига. Вот у меня есть интерес, смогу ли я по этим камням забраться или не смогу. Пока вроде даже нет. Из живности тут тоже ничего пока не вижу. Никто здесь не живет. Корейцы всех А, нет, кто-то живет. Что это такое? Рыбка какая-то. Все-таки корейцы не всех сожрали. Иди вдоль реки, на той стороне есть...
есть дорога, ведущая к лагерю. Да тут тоже есть дорога, ведущая к лагерю, только они ее охраняют, сволочи. И опять вертолет. Ну, наверное, в зеленке они меня все-таки не увидят. Дорога, ведущая к лагерю. Оу. Ребята, мир. Мир. А у меня на базуке снарядов нету. Ё-моё. Как печально. А у меня просто ее нету. Не то, что снарядов. У меня даже зарядов нет. Да, зря я стрелял. Я так думал, что он будет где-то... Лягушка! Взять ли... Я могу взять лягушку. Сейчас. Сейчас она тоже должна упасть. Где лягушка? Ух! Короче, не до лягушки, как я понял. Вообще не до лягушки. Это кто такой? Кто-то тут бегал. Нельзя гоняться за лягушками. Да, вот прицел бы чуть-чуть поточнее, прицел здесь. Потому что разброс просто... Еще и вертолет сверху. Маскировка активирована. Ага, маскировка активирована. И где вы все? У меня сейчас маскировка пропадет. Максимум брони. Как мне вертолет в листве видит? Вообще же ни хрена ничего не видно. Маскировка активирована. Увидел, короче, вблизи они все-таки видят как-то. Не знаю как, но видят. И камешки. Сволочь видит. Вот так. Вот так должен не видеть. Во всяком случае, я так думаю, там фиг его знает. И надо собирать патроны начинать, потому что патронов мало. Ух ты! Кто же знал, что ты здесь будешь стоять? Ну, урон типа проходит, короче. Ну, что-то как-то... И куда в него стрелять? Фигня какая-то. Иди, говорит, вдоль реки, там дорога есть. Да есть тут дорога, только пройти нельзя. Потому что я олень использовал один снаряд, и больше у меня снарядов нет. А назад возвращаться вообще неохота. Ну-ка. А что у нас тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мир, братья, мир, 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 мир. Мир, дружба, жвачка, не стреляйте в меня. Может, он улетит сейчас? И вон там вон еще парочка вроде была. Может, не будет ждать и свалит? Вот показано... А, это вертолет, стрелочкой показано. И что мне делать? Но если туда бежать, там кусты, плюс еще. Вот сейчас бы базуку, я бы ему все крылья обровнял. Но у меня ее нету, к сожалению. А с автомата стрелять в него смысла нет. И что ты здесь кружишь? Ну сейчас, если он еще один круг сделает, надо по-любому сваливать отсюда. Че, неужели улетает? Может, даже сядет и мне дадут вертолет? Вот как будто чувствует, что я стою на него и смотрю. Прям чувствует. И у меня, кстати, заканчивается моя невидимость. Батарейка садится. Ну сваливай давай уже, сваливай, иди отсюда. Все, улетает. Ага. Ни хрена он никуда не улетает. Вот он, ладно, побежали. И все, сейчас он меня увидит, короче, и начнет опять палить по мне. Да. Мне надо опять набрать невидимость. Вот здесь вот еще должно быть парочку. Маскировка. Ну, можно как вариант набрать невидимость, добраться до центра, найти где-нибудь заряд на базуку и снять его.
Как-то так. Что-то кроме КПП здесь нет ничего. Я здесь город ожидал увидеть. Где город-то? Ё-моё. Интересно, вот он просто так палит или конкретно по мне? Где эта сволочь? Все-таки кажется мне, что по мне. Кажется, что по мне. Потому что снаряд все время за мной летят. А зеленая точка там с левой стороны. Я понимаю, что надо. Это база, да? Меня сейчас убьют. Ребята, я свой. Ну-ка. Попробуем. Эть. Где ты тут? Айда сюда. Ну-ка. Чё, проходит дамаг, нет? Проходит, не проходит? Проходит, он дымит, родной. Болеет ему плохо, он гореть начал. Кстати, вон да, с вышки еще палить начинают, засранцы. И вроде он хочет сдаваться и улетать. Или он сейчас взорвется где-нибудь там. Что это такое, вода что ли? Ох, это вода. Так, кто-то... Я застрял в воде! Блин, нахрен я сюда залезал? И сейчас надо будет сваливать. Я застрял. Реально застрял. Во-во-во. Надеюсь, вертолет сдох. Поэтому... Пойдем, короче, вон тех вон ребят убивать. Оп. Нет. Сейчас, пацаны, доберусь. Где ты тут? А-а-а! Все, хана мне, умер. Почти умер. Сейчас, умер. Все, я же сказал умер. Блин, какая-то миссия вообще несерьезная. Хорошо, все, у меня теперь есть заряд на базуку. Ага, один. И куда идти-то? А, вот сюда надо идти, все, понял. Все, последний шанс, сейчас должен пройти. Должен стопудово пройти. Только как-то неинтересно, миссия есть, а я ее не прошел. Сейчас вот этих двоих засранцев быстро вырубим с кулака. И пойдем вдоль реки. Сразу же. Оба. Все. Ага, попался. Айда, драться, давай, блин. Да что ж ты будешь делать-то, а? Короче, подрался я, ни в результате не убил ни одного, ни второго. Фигня какая-то. Вот с чего это они палят? Что у них за стволы такие серьезные? А, один готов, еще один есть. Оп. Где он? А, за деревом? Все. Патрон взять. Все, осталось теперь только найти вертолет. Маскировка активирована. Сейчас я быстро его найду. Максимум брони. Все, надо только выманить его на себя. И я его найду. Маскировка активирована. Наван, ты приближаешься к базе противника. Мы планируем штурм острова. Постарайся добыть сведения об их укреплениях. База хорошо охраняется, так что работай тихо. Ну как сказать, работай тихо. Как сказать. Так, это у меня что, калаш? Да, это у меня калаш. Так, значит, один посередине, один правее. И вот здесь вот еще гнездо есть. С левой стороны тоже гнездо. Два гнезда. И вот, к сожалению, скорости бега у меня нету. Чё-то он как-то провалился на полноги. Сейчас я появлюсь. Побежали. Оп. Бежим. Оп. Вот этого сносим.
Все, готово. Забежал. Айда, родной. Айда, айда, айда. Так, забежали. Не знаю, есть ли у них там что-нибудь из гранат. Нету, но я думаю, есть. Не знаю, убил, не убил. Но вроде он предсмертно умирал. Крик такой был, как будто он умирает. Кажется мне, что я скоро сольюсь. Кажется, кажется. Оп. А, патронов нет. Я думаю, что же я так стреляю-то дерьмово. У меня патронов нет. Взять боеприпас. Все, готов. Давай. Еще один. Готов. Какая граната? Ребят, не надо гранату. Давайте на ножах. Ага, вон граната. Бум. Значит, тут еще кто-то должен быть. Гранату уже кто-то кидал. Кто-то стреляет, а кто не вижу. Может быть, снайпер какой-нибудь стреляет. Мне патроны на снайперскую винтовку очень нужны. Эх, не попал. И, короче, у меня все, патронов нет, что ли? Что ты такой живучий-то? Есть? Что это такое? О, какой-то новый. Получен лазерный целеуказатель. Какой-то новый ствол. Это, кстати, будет удобно. Очень удобно. Ну-ка. О, хорошо как, а. Хорошо входит прям, отличненько. Ух. Все, надо одиночными. А где еще один? Еще один должен быть. Куда он делся? Два же было. Свалил, что ли? Ведь нет, я его не выкину. Этот ствол мне очень нужен. Хотя патронов на него 18 штук. Ну вот этот снайпер, короче, надо будет по-любому на вышку лезть и забирать боеприпасы. Так, мой любимый ящик. Ага, все понял, 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 понял. Снайпер, 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 снайпер. Не упустите его, я вам полбазы разобрал, дебилы. Угу. И все, патронов нет. Патронов нет. Два. Чуть-чуть. А вот здесь вот же еще кого-то я убивал, у них же должны быть патроны. Наверное, надо начать. Это что такое? Боеприпасы. Взять. Взял боеприпасы. Все, это отлично. Нашел я новый ствол, мне кажется, он просто обалденный. Взять боеприпасы. Взять боеприпасы. Ой, хорошо как. Ух ты. Сколько же у меня припасов. Сейчас мы с вами, ребята, пошутим немножко. Перезаряд забыл сделать. Оп. Оп. Ну, что-то как-то... Наверное, в первые секунды мне больше показалось, что точно лучше. Прикольно, в голову попадаешь, он перед смертью умирает. С развороченным... Ты какой живучий, а? Ага. Я вроде ни в кого не стрелял, но орёт. Как перед смертью. Ага, вот у нас снайпер тут есть. Давай, мужик, вылезай. Попал, не попал, не знаю, попал, не попал. Нет, не попал. Кого огонь? Хорош стрелять уже, я один, давай по одному. То сколько же ему в голову-то надо стрелять? Короче, пару патронов в голову, он опять вылезает. Задрал ты меня, кабан. Нет, не буду тратить, не буду. Не буду. А, это, короче, что-то типа снайперскую винтовку свою я выкинул. А взял вот эту. Окей. Как лезть? Написано лезть, а кнопка. Ага. Все, понял. Понял, понял. И он что, живой еще, что ли? Где? Блин, я упал, зараза! Как вот можно было так лохануться, а? Сейчас я тебе залезу, я тебе кишки выпущу.
ты в меня стрелял. Так, это за место калаша, что ли? О, прицел какой-то новенький с метражом. Не, калаш все равно не брошу. Ну что ж, ребят, давайте, наверное, на этой минутке закончим. С вами был Ночной Житель. Спасибо всем большое, кто посмотрел. Всем пока-пока и удачи.